Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня с вами опять программа «Честный повар». И сегодня мы в необычной компании, в очень школьной компании. И все это потому, что скоро школьные годы чудесные у нас возобновляются. Мы решили рассказать о том, что можно приготовить, чтобы дети могли взять с собой в школу. А в гостях у нас сегодня Артем. В какой ты класс идешь? Первый. Первоклассник. Ника. А ты у нас какой класс? Четвертый. И Софья, а ты? Седьмой. В общем, очень разновозрастные дети, но есть всем хочется одинаково. Тебе больше всех? Да. У многих, наверное, детей есть всякие разные интересные коробочки. И мне кажется, это самая главная причина, почему дети любят брать еду в школу, чтобы показать всем, какие у них замечательные коробочки для еды. Мы выбрали сегодня 3 рецепта. Их будут готовить ребята по отдельности. Попроще для Артема, посложнее и самый сложный. Я нашла для вас, и будем честно, естественно, рассказывать о том, как у нас что получается. Я выбрала специально такие маленькие издания. На самом деле очень много всякой литературы о том, как и что готовить для детей. Я как мама скажу сразу, что у меня есть масса нареканий к этому. Но вот я нашла такие один журнальчик и один календарь. Целый календарь, который как раз посвящены готовке для детей. И первое еда, которую мы будем готовить с Артемом. Читай. Рулетки из лаваша. С творогом и помидорами. Ты любишь творог? Не знаю. Не знаешь? Ну, давай попробуем. Нам понадобится 1 лист лаваша, 100 грамм творога, 1 помидор и петрушка. Сейчас я хотела бы задать вопрос. Какой должна быть еда, которую вы берете в школу? Бутерброд. Нет, а какая она должна быть? Она не должна пачкаться. Отлично. А еще? Чтобы она не распадалась. Чтобы не распадалась. Ее не должно быть много маленькой, чтобы одноклассники не съели. Чувствуется опыт. Вот, а еще, наверное, она должна вместиться в эту коробку. Да. Вот я думаю, что мы выбрали все 3, ну, по крайней мере, 2 вида блюд, которые все-таки поместятся в коробку. И сейчас мы начинаем рулетики из лаваша с творогом и помидорами. Бери, Артем, лаваш. Первое блюдо, поскольку у нас Артем первоклассник, я ему буду помогать резать. Но в остальном, я думаю, дети вполне справятся сами с приготовлениями этой еды. Тебе вилка. И тебе, значит, надо отщипывать понемножечку и размазывать вот где-то посередине ровным слоем. Пока Артем размазывает еду, вполне себе успешно размазывает, но медленно. Но медленно, да, надо чуть-чуть быстрее. Хочу сказать вот что. Очень многие родители почему-то не допускают детей ни к домашней работе, ни к приготовлению еды. Это на самом деле совершенно неправильно. И если, я думаю, большинство моих сверстников помнят о том, как наши родители... У меня мама самое лучшее время, когда она меня звала разливать холодец. И мы обгрызали эти косточки от вываренного холодца. Надо не полосочкой, а прям вот равномерным слоем. Да. И не очень толстым желательно. Здесь так написано, не очень толстым. Детям ужасно нравится готовить. Соня, если кто не понял, моя дочь. И когда мы собрали маленький девичник, и мы готовили вместе лазанью. Это готовится очень просто. И главное, потом дети с удовольствием это едят. И часто это способ этих консерваторов чем-нибудь накормить. Ну, я думаю, все более-менее выглядит хорошо. Теперь наша задача сюда... положить несколько тонко порезанных помидорок. Вот в этой стадии, на этой стадии я тебе помогу. Теперь, пожалуйста, разложи красиво петрушку. Вы первый раз готовите? Вы уже готовили что-нибудь? Да, да. А что вы готовили? Ну, я очень люблю... делаю салаты, сосиски. А вы дома это готовите или где-то? Ну, мы тут готовили. Вы здесь готовили? Да, прям тут. Если кто не в курсе, здесь, вот где мы проводим съемки, здесь проходят также занятия для детей. И это лишний раз подтверждает, что это очень полезная вещь. И теперь мы это аккуратненько сворачиваем. Видишь, что там у нас немножечко... Да. В рот не влезет? Влезет. Не влезет? Нет, влезет. Ну, если постараться. Ну, в коробку влезет? Давай попробуем.
как-то вот так надо. В коробку влезла. Эксперимент можем считать удавшимся. Я бы рекомендовала еще, все-таки предмет довольно получился объемный, я бы рекомендовала использовать поменьше кусочек, но это в ходе эксперимента вы можете проверить. Но я думаю, теперь тебе надо попробовать. Вкусно. Нравится? Я думаю... На этом первая часть нашего марлезонского балета закончена. И мы переходим ко второй. И следующая наша еда. Читай. Жареный сэндвич с яйцом и помидорами. Сразу видно, что человек идет в четвертый класс. Читает сам. Так, нам понадобится 2 ломтика хлеба белого. Угу. Одно яйцо. Одна столовая ложка. Одна столовая ложка масла растительного. 0,5 помидора. Ну, 0,5 полпомидора. Начинаем. Нам надо нагреть сковородку, налить масло, разбить яйцо, постаравшись придать ей ему форму. Мы для этого взяли вот такую формочку, которая позволит нам сделать идеально круглую яичницу. Софья, ты нам будешь помогать. Так, мы включаем очень умную плиту. Наливаем масло. Я думаю, вам надо с Софьей поменяться местами. Ты когда-нибудь жарила яичницу? Нет, но я видела, как мама. Надо начинать, рано или поздно, надо начинать это делать. Уже можно? Да. Попадешь? Попробуем. Ой-ой-ой. Давай. Давай. И вот так раскалывай прямо сюда. Прекрасно. И это самое калорийное, что есть в нашем рационе. Это Сонин омлет. Так, эта штука, по идее, должна быть горячая. Да, она горячая. Вот. Ой, мама. Вот. Эксперимент с формой для яичницы я считаю неудавшимся. Я настоятельно не рекомендую делать детский омлет таким образом. Куда лучше по старинке. Ну, ты понимаешь, да? Угу. Все не так страшно. Следующую мы попробуем уже, попробуешь ты, и без формы. Мы сверху кладем хлебушек и переворачиваем. Вот на данном этапе ребенку, конечно, надо помогать. Я не думаю, что ребенок может сам осуществить эту историю. И точно у меня не получается делать так, как это нарисовано на картинке. На картинке нарисовано все гораздо более аккуратно. Но... Все равно у нас получилась такая вот яичница на хлебе. Пожалуйста, 2 бутерброда. И теперь нарезаем помидор. Положить его надо будет на яйцо, а потом накрыть вторым ломтиком хлеба. А теперь сверху клади второй хлеб. Да. И теперь у нас главный этап. Мы проверяем, помещается ли эта красота в коробочку. Мне кажется, этот более высокий. А это уже не важно. Поместился, а второй нет. Не обязательно. Мы второй делали для Софьи. Ну да. У нас здесь голодные люди присутствуют. Не бойся. Эксперимент считаем удавшимся. Если не считать ужасную историю с формой для яичницы, не надо экспериментировать с формами. А бутерброд с яичницей и помидором удался. Угу. Он влез к нам в коробочку. И можно совершенно спокойно это брать в школу. И теперь главный этап, главный пункт нашего эксперимента. Это какой? Сэндвич. Съесть его. Молодец. Ну как? Ника, можно мне хлеб? Вкусно? Угу. Ну можно мне кусочек хлеба? Конечно. Я предлагаю сейчас разделить оставшийся вот этот бутерброд. И вы его съедите напополам. Налопопам. Вам вкусно? Угу. Будем это готовить? Угу. Маму будем просить или сами? Сами. Прекрасно. Ну, маме надо. Маме надо помощь. Помогать. Конечно. Ну, пока ты не научишься готовить яичницу, точно. Эксперимент считаем удавшимся. Здравствуйте, меня зовут Ефим Яченко, шеф-повар проекта «Лес и море». Сегодня я вас научу готовить французский омлет с французскими гренками. И мне для этого нужен непростой помощник, очень важный, который, собственно, является основным потребителем всех омлетов и гренков. Тася, появись. Скажи всем привет. Махарюшка. Привет. Тась, ты любишь омлет? Угу.
Я тоже люблю омлет. Особенно, знаешь, потому что омлет – это самый сытный завтрак, который есть на свете. Потому что там и белок, и углеводы, и энергии на весь день набирается. Знаешь, что у нас на столе стоит? Расскажи мне. Не знаешь? Смотри, что это похоже? Червячки какие-то белые, да, скажи? Это у нас сыр. Сыр пармезан. Берем. А это что? Яйца. Абсолютно верно. А это что, расскажи мне? Рыба. Рыба. Абсолютно верно. Лосось. Это что? Помидоры. И тут неловкая пауза. Перчик болгарский. А это ты, наверное, должна знать, что такое. Сидите, любит это. Сыр. Какой? Все его кладут обычно на пиццу. На букву М. Ну, вспоминай. Ма-ца-ре. Ну, последний слог скажи, пожалуйста. О, молодец, она угадала. Моцарелла. Зелень у нас, петрушка и лучок. И сливочное масло. Мое. Для начала, давай мы с тобой нарежем, ты будешь нарезать моцареллу. Берешь моцарелку и просто вот так, я тебе показываю, берешь ножик и вот нарезаешь вот на такие кусочки. Угу. На четвертинки. Знаешь, сколько четвертинка? То есть угу. На четыре части нарезаешь. Давай. Пока она нарезает, тогда, ребят, я нарежу то, что там посложнее, нарежу семгушку. Семгу, в принципе, можно нарезать произвольными кусками. Можно брать слабосоленую, либо копченую. Так, семгушку я нарезал. Сколько хочешь омлетов? Один или два? Шесть, скажи. Ты два съешь? Две такие штучки съешь? Не знаешь еще, да? Сейчас увидим. Помидорки тоже так же нарезаем, как и моцареллу на четвертинки. Пускай помидорки тоже здесь полежат. Пока еще нарежу болгарский перчик. А ты дома готовишь? Тася, расскажи. Иногда. А что готовишь? Что любишь готовить больше всего? Ну, я там иногда готовлю всякие пирожки сама. Сама? Своему рецепту. У тебя есть секретный рецепт? Угу. А ты мне расскажешь его? Много у меня. У тебя их много секретов? Угу. Видите, уже вон, сколько тебе сейчас, кстати? 5,5. Уже в 5,5 уже секреты есть. У меня вон уже, в мои 28, еще нет таких секретов, как у нее в 5. Молодец, молодец. Все, нарезала? Угу. Дай 5. Молодец. Теперь, смотри, нам это больше... Давай вот сюда собери моцареллу, прям переложу туда ее. Так, теперь смотри, нам осталось совсем чуть-чуть. Нам осталось смешать наши яйца и смазать наши формочки. Давай я буду смешивать яйца, а ты будешь смазать формочки. Хорошо? Да. Смотри, что тебе будет нужно делать? У нас есть сливочное масло. О, молодец, давай помогу. Молодцом. Давай сюда. Смотри, вот тебе, давай я заберу доску тебе, она больше Кате не понадобится. Давай заберу. Молодцом. Вот тебе сливочное масло. Смотри, а вот тебе формочки. Раз, два, три, четыре. А дома вы можете использовать такие же формочки, например, но если их нету, то можно взять хорошие, прочные керамические чашки, которые можно запекать. Смотри, берешь маслице так пальчиком, оп, сковыришь и смазываешь все прям обильно маслом. Видишь, чтобы везде было масло. Видишь, вот так аккуратненько, хорошо везде. Оп. Поняла? Поняла. Давай. Сможешь. Пока она смазывает, я начну делать нашу заливочку. Нам нужны будут для этого яйца. Наши яички здесь. Теперь берем наши сливочки. Сливочки можно брать пожирнее. Если хотите сделать более диетическое, то можете взять, конечно, молоко. Но со сливками все-таки повкуснее будет. Всегда сразу солим и перчим. Теперь я немножечко добавлю в нашу смесь чуть-чуть сначала сыра пармезан. Хочешь добавить сама? Давай, бери. Ну, что так мало-то? Побольше бери. Вот, молодцом. Давай. Смотри, берем и складываем сюда по 3, можно по 4, лучше по 3, чтобы много не было. Будет многоченьки. Помидорки. Чуть-чуть болгарского перчика. Пару кусочков лосося. Так вот, да? Угу. Чуть-чуть. Что это у нас? Ты резала. Моцарелла. Ух ты, уже два слога мы выучили. Отлично. И после этого уже мы берем. Ты заполняешь, а я буду брать нашу смесь. И вот так вот ее слегонца заливать. Вот так вот. Сможешь? Попробуем. Конечно, все получится. А я сверху слегонца украшу вот таким вот луком. Этот лук называется лук
шнит, либо резинец. Можно брать и обычный зеленый лук, но просто обычный зеленый лук нужно брать аккуратно, потому что он все-таки уже такой ядреный, и его с утра есть. Все-таки потом у вас будет на весь день аромат такой луковый. А этот лук, он очень нежный и очень мягкий. И, в принципе, не так сильно пахнет. Я дома. Молодцом. И теперь я, видишь, беру так аккуратненько. Оп. И вот для этого. Оп. Дай ручку. Посыпай свой этот. Давай. А я посыплю вот этот. Отлично. И теперь посыпай вот этим. Давай, и тут теперь второй. Ставь их все сюда. Аккуратненько. Раз. Два. Вон те. Заберу я тебя, наверное, к нам на кухню. Будешь у меня моим главным помощником. Не, а я хочу ветеринаром. Хочешь посмотреть собачек и кошечек? Да. Умница, тоже благородная. Я кормлю людей, а ты спасаешь собачку. Отлично, тандем. Так, все, друзья мои, отправляем это в духовочку на 10-15 минут. Ну что, омлет я поставил. Что мы хотели еще сделать к омлету, вспомни. Гренки. То есть, я уже разбивал сегодня яйца, теперь твоя очередь. Давай, разбивай сюда два яйца. О, какой он молодец, вот сюда кидай. Шустренько. Для гренок можно брать абсолютно любой хлеб. Даже черный подходит, даже если будет пикантно. У нас такой французский багет. Теперь, добавляю сейчас сливки. Сюда лей, смело. Умница. Молодец. На, возьми опять же венчик. И замешай. А я пока тебя посолю немножечко. Оп, молодцом. Давай, держу. Прям сильнее, 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 сильнее. О, давай, как будто буря в стакане. Молодцом. Давай, я проверю. Отлично. Я включаю нашу сковородочку. Наливаем маслице сначала. Так вот, да, оп. И потом, смотри, я беру вот так вот, макаю хлебушек в нашу смесь. Очень долго не надо, иначе он размокнет сильно. И вот так вот беру, оп. Вот это называется французские тосты. У нас, в принципе, это не всегда называлось гренками. Румяны получили, да? Да. Симпатяги. Смотри, наш омлет готов. Я беру его аккуратненько, прям так. Оп. Раз. И два. Ну, пробуй. Какая вкуснота. Мы это рекомендуем на завтрак. Тася, подтверждаешь? Да. Давай, покажи так. Всего доброго, до свидания. Следующее блюдо. Я уверена, почти уверена, что оно не поместится в эту коробку, но мы его завернем тогда во что-нибудь другое. И первое, что мы делаем, да, прежде всего, должна сказать, что это такое. Это вот такой мы будем делать по календарю, не по рецепту, а по календарю, потому что здесь все достаточно хорошо понятно. Что это за чизбургер по-домашнему? Выглядит вполне себе ничего. Самый главный ингредиент этого чизбургера – это, конечно, котлета. Что мы делаем, чтобы сделать котлету, кто знает? Фарш перемешиваем, по-моему, с луком. Молодец, а еще? С размоченным хлебом. Отлично. Берем лук. Ника, я думаю, тебе надо с Соней пока поменяться. Угу. Лук я уже закинула. Зачем так много? Не пугайся. Пусть это тебя не пугает. Оно в обжарке будет легче. Выбиваем туда яйцо. Мы размочили кусочек хлеба и я тоже сюда кладем. Конечно, нужно. Нужно. Да. Отлично. И теперь все это надо одной рукой так берешь и смешиваешь. И что мы забыли? Соль. Прекрасно. Солим. Соль. Немножко. Все. Еще смешиваем. И теперь мы меняемся обратно. Софья, бери ложку. И мы снова включаем плиту. Нашу очень умную плиту. Лепим котлетку. А можно я положу на лопатку? Можно.
А вы пока можете по очереди, все владеющие ножом могут разрезать булочку поперек. Угу. О, а, да, совершенно верно. Осторожно, чтобы ее не смять. Вот так точно. А Артем будет помогать нам выкладывать туда зелень. Артем сначала кладет по кусочку сыра. То есть отламывает? Да. Нет, не отламывает. Прям берешь, он нарезанный уже, и клади по кусочку сыра. Да, молодец. Дальше выкладываем зелень. Отодвинь немножечко хлеб. Берем большой помидор. А из обычных продуктов кто что не любит? Кашу. Кашу какую? Это... Ну, все, кроме гречневой. То есть гречневую ты любишь? Да, и я. Я тоже самая. Как там дела наши с помидорами? Помидоры положены. Извините. Прекрасно. А дальше снова листик салата. А вот дальше у нас уже идут котлетки. И котлетки у нас уже готовы. Знаете, мне очень нравится. Но я подозреваю, что детский рот... Не выдержит. Не способен, да. Вот это захватить. Дальше, судя по фотографии, здесь майонез. Не надо. Никто не хочет? Нет. Вы поняли, да? Мы даже приготовили майонез, но дети не хотят. Это прекрасно. А теперь еще по кусочку помидора. Ребят, у нас все получается прекрасно. Теперь надо сверху положить сыр. Софья, сделай хотя бы это. Эту красоту мы переворачиваем. Блюдо выглядит прекрасно. Она в этом поместится? Но я даже представить себе не могу. Во-первых, чтобы какое-то из этих блюд влезло ребенку в рот. Написано «для детей» и на фотографии «для детей». Выглядит это ужасно красиво. Вам нравится? Да. А теперь ты, исполняя обещанное, попробуй укусить. Первое. Давай попробуй. Так, осторожно, оно течет. Оно уже протекло на наш календарь, да? И на все. Зато я укусила. Сегодня, узнав, что у нас здесь полно детей, к нам в гости пришла шоколадье, самая настоящая живая шоколадье. Ее зовут Мария Табаско, и она приготовила нашим детям подарки. Боже, какая красота. Пожалуйста, вот ваши подарки. Шоколад и шоколадные совы. Пробуйте. Они все совы? Да, это все совы, все разные. Все кому шоколад. Какая нравится. На этом, дорогие друзья, мы считаем наш эксперимент удавшимся. Мы в обязательном порядке будем продолжать наши эксперименты по части школьной еды. Вы будете? Да. Да. Они обещали. До свидания. До свидания.